столице Чувашии состоялась презентация нового металлосервисного центра компании «Юнона-2», построенного по европейскому стандарту «Б+». На открытие центра прибыли представители республиканской городской администрации, руководители, ведущие специалисты крупнейших металлургических предприятий России, партнеры, клиенты и друзья. Мы очень рады, что появился такой вот сервисный центр, я думаю, в котором и клиенты, и партнеры будут довольны. А значит, у компании «Юнона» появятся новые большие продажи, чего мы желаем, и новые доходы. «Юнона-2» создана в 1992 году и на сегодняшний день является универсальным поставщиком металлопродукции в Чувашскую республику, максимально удовлетворяющей все категории потребителей широчайшей линейкой металлопроката и сервисным обслуживанием. На самом деле мы к этому шли 26 лет. 26 лет мы мечтали на этой площадке построить хороший, красивый, современный комплекс. И вот на сегодня данная мечта сбылась. «Юнона-2» – это уникальный складской комплекс, расположенный в центре города Чебоксары с великолепной транспортной логистикой, железнодорожными и автомобильными путями. Общая площадь комплекса – 20 тысяч квадратных метров. Появление сервисного центра дало городу дополнительные рабочие места, налоги в городской бюджет, прекрасный архитектурный вид района и города. Символично то, что компания сегодня, значит, открывает или делает свою презентацию в той знаменательную дату, день космонавтики, когда Юрий Алексеевич Гагарин взлетел в космос и сказал: поехали. Я тоже хочу Александру Яковлевичу пожелать здоровья, успехов и сказать: вперед, поехали. Компания «Юнона-2» способна принимать и отгружать 11 тысяч тонн металлопродукции в месяц. На сегодняшний день на складах «Юноны-2» 7 тысяч тонн металлопроката. Кульминацией открытия сервисного центра стал торжественный въезд состава с металлопрокатом и разбиванием об вагон бутылки шампанским.